Приветище, это бесконечный цилиндр и наши любимые колобки. Мы продолжаем здесь выживать. В прошлой серии мы встретили здесь старейшину. Он нам поведал, что нужно как-то спасаться. Нужно найти огромного чудака, монстра, который поедает все на этой планете. В том числе и кетуалов. Кетуалы, как мы выяснили, это огромные черви, которые спускаются с неба. Вон они, кстати, вон там в портале они обитают. Это наши дружелюбные друзья, который нам помогает. Но почему они бьют нас током, я, конечно, до сих пор не понял. Они, короче, как бы дружелюбные, но могут нас убить так, случайненько. В общем, переходим к карте, смотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь, в этом храме мы были вчера, в прошлый раз. И вот они, стелы, которые мы сейчас преодолеем. Кстати, странно, карта как-то изменилась. Я видел здесь, левее, я тут уже немножечко побегал, пойдем-ка вернемся обратно. Видел чуть левее огромное лицо на карте. Вот оно, это лицо. Я именно сюда и хотел. Мы как раз вот так вот сейчас побежим. Это вода, по всей видимости. Да-да-да, это вода. Ну ладно, короче, побежали. Хорош, разглагольствуй. А, стой, там обрыв. Ну, вроде как его преодолеть можно. Все, понеслась. Уже назад ходу нет. Бежим. Благо, я взял турбо-колобка. У него 4 ноги. У него были раньше 4 ноги, которые бесшумные. Но я их убрал. Думаю, нафига они, эти бесшумные ноги? Я всегда хожу очень громко. Сколько светлячков, какое необычное здесь небо. Блин, мы голову-то уже пробежали, прикинь. Как так вышло, что я не заметил огромную голову? А, вот. А, так вот она, эта здоровенная башкень. Сейчас ее как раздавит цилиндр, давай посмотрим. Оу. Ему тяжеловато было бошку давить, он прям даже приостановился. Прикатились своими колобковыми попками. Юху, что нас здесь ждет? Ну, пойдем все-таки туда, к этим кольцам сходим. Там какое-то необычное строение. Может, что там и найдем. Что-нибудь разыщем. О, сейчас будет какое-то событие, ты посмотри. Преграда окрасилась в такой огненный цвет. Значит, сейчас появится кто-то из слуг цилиндра. Это 100%. Предвещение. А это что такое? Подождите. Новая какая-то штука. Кто мутировать будет, ребятки? Ребятки, мутация новая. Но цилиндр, мы тебя за... А нет, мы цилиндр не защитили еще. Так, я... Может ли существо, о котором говорил старейшина, быть где-то рядом? Не знаю. Но походу, что может быть. Какие-то странные звуки издаются. Ветреные такие. Так, надо решить, кто мутацию будет хавать. Ребят, давайте быстрее. На чики-брики или как? Вышел, шишел... Будешь ты... Это я на кого сказал? Да блинский. Шарики. Ай, ладно, давай пузырь ты будешь. Хавай. Хавай эту штуку. Что за мутация такая? Едим. Сейчас узнаем. Походу едка какая-то штука. Газ пускать может. О, нифига себе. Это бомба. Ребят, отходите. Отходите, я сейчас взорвусь нафиг, походу. Давай, падай на меня. Падай на меня, я сейчас взорвусь. Бабах. Нифига себе, прикольно. Очень классно. Ой, мы его ушатали все-таки. Так, вот эти штуки нужно собирать. Прям вообще. Это невероятно. Я взял шарообразным своим трибумом эту взрывчатку. И, ну, то есть шарик, который взрывается. Офигенно же. Офигенно. Ну и было бы прикольно, конечно, если бы цилиндр еще взрывал. О, точно, цилиндру. Это вообще офигенно будет. Цилиндр накатывается на противника и взрывается. Это будет дабл урон. Очень мощно. Не зря же мы его Рэмбой назвали, правильно? Пускай отдувается. Вот эту вот штуку. Надо как можно больше их собрать. Они нам 100% пригодятся. Прям капец как. Смотри-ка, комбинат. О! Необычная какая территория. Мутация комбинатора лежит. Дохлые языка шарики. И странные какие-то звуки. Как будто кто-то дышит очень сильно. Плотно. Смотри-ка, а вот там вот что это? Это детская площадка? Серьезно? Человеческая детская площадка. Какое странное место, подумал Трибум. Еще более странными были чувства, звучавшие в его памяти голосом из давнего погибшего мира. Воу! Вот это меня крутануло. Ребята, это ж каруселька. Покатились, давайте. Да, опа-на, карусель. Классно. Я могу тут покататься, но, правда, трибуму мне это не дают сделать. Юху, раскаты. Ой.
Математик, еще один. Я как знал. Ну давай, иди сюда. А на качелях можно покататься? Ой, и здесь еще и лошадка есть, круто. Что ты на меня смотришь? А у меня есть кристалл? Кристалл нужен. Вот, если что, он нас засосет просто. Что он берет? Случилось то, чего они боялись больше всего. Математик был жив и создал это чудовище на колесах. Неужели этот кошмар никогда не закончится? Твою ж налево, это не детская площадка, это монстры. Это разводняк. Подрывчат. Давай, хавай ее. Повергнуть это огромного монстра казалось трибумом почти невозможно. Но у любой проблемы находится решение, если хорошенько подумать. И эта проблема не была исключением. Существо как жадно и слепо вцепилось в свои жертвы, что его можно было заставить поглотить практически что угодно. Ну вот, бомбы, кажется, работают, да? Давай еще разок. Давай, хавай. Сейчас взорвемся. Что-то не взрываемся. Ну же. Еее, еще подорвались. Что-то, походу, его убить-то будет сложно. Эй, вот, засоси меня. Давай. 4, 3, 2. Ух, прикольно. Ну, слушай, это нам шибко-то не помогает его уничтожить. Вот, я сейчас взорвусь через 7 секунд. Давай, засасывай. Да вот, вот он я, засоси меня. Ножи. О, получилось все-таки, наконец-то. Я его грохнул. Отхватил от меня люляху. И даже ничего у меня не отобрал. Трибумы решили, что здесь они не смогут найти существо, способное съесть Китаала. Нет, это место было отравлено. Ничто живое не захочет оставаться здесь. Нужно было продолжить поиски великого чудища. Мы бежим на поиски, а Рэмбо нас защитит. Так, ребятки, давайте пересчитаемся. И посмотрим, ни у кого ли не отобрали мутацию. Вроде бы как нет. И вроде бы все хорошо у нас. Ну, на этой территории вроде бы все. Покидаем ее. Бежим дальше. А, подожди, нет, какой бежим? Мне нужен скоростной трибум. Включаем его умные секретные глаза. Может, нам что покажут они здесь еще? Не, вроде все, чисто. Сектор клин, бежим дальше. Колобковый отряд, все за мной. Катимся, колобкатимся. Цилиндр пока далеко, все пучком. Мы наяриваем. А это кто у нас там? Это крабик с четырьмя ногами. Опа, успел. Точнее, получилось, что успел. Выносливость, давай. Раздавили нафиг всех моих трибумов там, наверное, все капец, хана. Моему отряду, нет? Я жив? Все живы? Бодрячком? Я смотрю назад. Фух, все тут. Офигеть. Опять странная непонятная музыка. О, храм. Это хорошо. Там старейшина, точнее его голограмма, которая нам поможет. Это же Китуал. Дохлый Китуал. Ладно, давай вначале в храм сходим, потом к дохлому Китуалу. А, еще можем перелететь на ту сторону. Где мой летун? Давай перелетим, посмотрим, что там. Еще кого. Включаем зрение. Сверху будет все видно. И всяко виднее. Сейчас еще карту посмотрю. Есть куча ям, пещер, куда нужно слазить обязательно. Ё-моё. Как он его выдернул сверху? Пожиратель китуалов явно там находится, потому что смотри, какая там пылища. Он явно его пожирает. И он здоровый, этот пожиратель. Да. Полетели туда. Посмотрим, что у нас там. А походу там ничего и нету толкового. Кажется, я не долечу, да? Да нет, долечу. Давай. Оп. Ништяк, мы здесь. Главное, чтобы никто не сдох. А то в прошлый раз я когда через цилиндр перебирался, кто-то под цилиндр закатился и самопроизвольно ликвидировался. Это прям катастрофически плохо. Прыгаем вниз. Так, все перебрались? Надеюсь, успешно и удачно. В прошлый раз мы тут бегали и собирали кучу... О, пыльца! Ништяк. И минеральная пыльца, она нам тоже нужна. Чтобы закрыть мутацию. Если сейчас кто-нибудь выбежит из тумана, какой-нибудь защитник цилиндра, то у нас на такой случай есть Рэмбо. Мы просто всех подорвем. Пыльцы у нас уже 6 штук.
Это ровно то количество, чтобы защитить мутацию. Давай это сейчас и сделаем. Займемся этим. Дерево мутаций. Где этот языкохват у нас? Вот, защищаем его. Ништяк. Все готовенько. Сейчас еще пыльцы тут понасобираем. И можем отсюда уходить. О, видал сияние желтое? Это значит цилиндр где-то здесь своих слуг запускает. Они где-то прям рядышком, надо смотреть. Очень хорошо. Сверху никого нет, никаких летунов. Кстати, птиц давно не было, да? О, появился, смотри-ка. Сейчас, Рэмбо, 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 Рэмбо. Иди сюда. Давай, хавай, Рэмбо. Хавай, 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 хавай. Хавай, хавай. Рано, рано, сейчас он заберет мутацию. Да, забрал. Есть возможность еще покушать. Давай, хавай. Включили едкий дым, но мне нужно, чтобы ты мутацию съел. Все в дымку, ребята, встаем и все, нас не запалят. Дымка нас защитит. А он гоняет других трибумов. Так, два, покатились, пока покатились. 8, 7, 6, 5, 4, можно засасывать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лови! Нет, живой. Ой, как-то так, и это я под низом. Шо за дела? Давай, ребята, откатываемся. Откатываемся. Сейчас я дымку пущу. Сейчас. Подождите. Вот. Едем, значит, взрывчатку еще разок. Ах, выкатил меня с дымки. Негодяй какой. Как ты долго хаваешь этот подрывной зарядик. 6, 7, 4, давай. 3, 2, 1. Готов. Ха-ха-ха. Ну, сейчас еще один какой-то вылезет, да, негодяй? О, это что с него упало? Нифига себе. А в прошлый раз я этого не видел. Что это такое? А ну как-то... Я забрал, и мне очень плохо стало. Я не понял, что это было, но вроде как я... Оно у меня в инвентаре даже не отобразилось. Хм. Ладно, подождем еще одного. Может, с него тоже выпадет эта штука. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Все, сдох. Так, где эта штука с тебя упадет? Он куда-то под землю упал опять. Что за фигня? А, вот она лежит. Так, кто возьмет? Вот у тебя вроде есть место, давай засасывай. Он ее просто засосал и все. Нам эта мутация ничего толком-то и не дает. Мы уже изрядно проголодались, надо отсюда выбираться. О, гляди-ка, еще один катится. Ну, мы сейчас отсюда уже сдриснем. А я высоко, я очень высоко, и я возле китуала. Взлетел. Очень хочу кушать, прям капец, как мы сейчас можем сдохнуть. Благо у меня с собой есть еда, сейчас попробуем ее съесть. Закатываемся, сейчас закачусь. Вот. Давай пару вот этих вот сидим штучек. Поправили здоровье свое. Давай спустимся теперь. Опа-на, нифига себе, это что за фигня такая? Это вот эта штука жрет китуала? Серьезно? Офигеть. А я у Рэмбо все подрывки за... А, нет, у меня еще одна подрывка есть. Тимон погибает! Ну что, давай спрыгнем на него тогда, прям вот сверху. Десантируемся. Я надеюсь, долечу. Я, кстати, по китуалу еще ни разу не ходил. И очень хочется. Давай. Вот прям на ногу вначале. Получилось. Какие у него бешеные глаза. Жуткое чудище. И оно реально жрет китуала. О, как он его точит-то, ты посмотри. Какие у него зубы. Ужас. И как мне отобрать у него мутацию? Подорвать его как-то? У меня бомбардировщик есть, если что. Так, значит, давай я попробую вначале цилиндром на него накатиться. Или прям туда ему в ратище закатиться с подрывом. Получится, нет? Давай-ка накатим на него. Нате, негодяй, нате. Надо как-то внутрь ему попасть. Тимон погибает, да ты задрал. Тимон, ты что там делаешь-то, что ты так вздыхаешь? Смотри, они внутрь прям туда забегают. Ну и что, как ты оттуда будешь выкатываться? А, во, выкатились, ну слава богу. Тимон, иди сюда, подрывник мой великий. Давай-ка поэкспериментируем. Кидай ему туда снаряд внутрь. Ой, плохо пульнул. Но мне кажется, это не сработает, да, для него. Вообще, снаряды это фигня. Рэмбо, цилиндрик мой. Смотри, цилиндр сюда попал. Мы все внутри у него, в животе. Давай тут попробуем подорваться. Давай, Рэмбо, хавай и взрывайся.
Сейчас как бомбанем. Подрыв через 9 секунд. 3, 2, 1, подрыв. Но ничего не произошло. Ладно, надо отсюда выбираться. Странно это все. Блин, как это мы внутри оказались Китуала-то, а? А где его рот, кстати? Вот он, рот Китуала дохлого. Пойдем попробуем залезть внутрь. О! А, ну тут шибко-то далеко и не пройдешь. А знаешь, что самое интересное? Я вот тут брожу и нашел этого монстра, который поедает Китуала, а комментатор даже ничего не сказал. О! Трибумы нашли зловещее существо, о котором говорит старейшина. Однако, оно было занято поеданием добычи. И могло пройти много времени, прежде чем оно закончит свой страшный пир. Им придется продолжить путь и найти еще одно. Теперь они знали, кого ищут. А раньше-то ты что молчал-то, блин, пока я тут бегал? Ну, короче, ясно. Нам нужно найти это существо, которое не жирает Китуала. Угу. Ну, ок. Ладно, пойдем тогда отсюда. Продолжим свое путешествие. Конечно, прикольно было бы посмотреть, как это все раздавит цилиндр, в том числе и того пожирателя. Но я лучше останусь в живых, чем буду смотреть на это. Вот она. Прямая финишная. Ну, как финишная? Это, конечно, еще не конец. И далеко, наверное, не конец. Но достало тут бежать фигня. О, летающий. Я не знаю, как это назвать. Ну, пусть замок, да? Платформа та, которую мы подняли в воздух. Вон она парит. Ничего себе, ничего себе. А мы туда как-нибудь попадем? Нет нас? Может, Китуал туда подбросит? Сейчас узнаем. Сейчас, может, комментатор что-нибудь скажет нам? Дельное. Тут что-нибудь есть интересное на этой территории, на этом участке? Так, что-то есть. Воскрешающий камень или нет? А что ж я гадаю, у нас же есть карта. Ну да, это воскрешающий камень. О, картошечка где-то нашлась. Картошечка. Ее надо по-любому собрать. Нам нужно еще 3 штуки. О, тут их и будет как раз 2. Одна у нас уже есть в запасе. Ништяк, мы нашли картофан. Забираем. Давай. Цилиндр встал. Отлично. О, нет, опять ты. Ну что ж ты будешь делать-то? Че в этот раз? Он сидит, он слуг вызывает. Ну, понятно. Так, амфибия, иди сюда. Иди сюда. Мне нужно вот это вот собрать. Че? О, тачка приехала. Ну, через воду-то она не переберется, тачка. Так что, смотри. Она в воду упала и испепелилась. Так, я хочу... Ай-яй-яй-яй, глаза. Так, стоп. Надо защитить срочно мутацию амфибии. Вроде бы как. Да, можем. Защищаем. Четко, теперь у нас ее не заберут. Я хочу посмотреть, там вот что-то упало с машины. Вот это вот что такое? Это сердце какое-то или что? О, такую штуку мы уже видели. Я ее опять забрал. И что? Колобка задавили. Он же у меня был воскрешатель. Блин, печалька. Ладно. Сейчас мы его воскресим, не страшно будет вообще. Нисколько. Короче, знаешь что? Я когда подбираю эту штуку, у меня мутации передаются, которые, видимо, он отобрал. Этот желтый взгляд. Так, заберите вон ту штуку, пожалуйста. Вот эту вот заберите. Черт, нас еще и вот этот фиг раздавит. Пойдем к воскрешающему камню. Сейчас колобка воскресим, он нам очень нужен. Колобочек. Мы же как раз возле воскрешающего камня тут и бродили. Прыгаем туда. Уху! Доплыву, хватит выносливости. Должно. Короче, нам надо переждать весь этот напор этих слуг цилиндра. Воевать с ними без толку. А пока я воскрешу нашего колобка. Надеюсь, у меня хватит минералов на это. Колобочек. Ты нам очень нужен. Именно колобок умеет воскрешать моих умерших подопечных, потому что у него есть способность электрошока. Чё, все? Слуги ушли, и это замечательно. Великолепно. Вон, смотри, сколько тут валяется этих штук. Давай мы их заберем. Ну да, когда я эти штуки, короче, подбираю, я забираю обратно свои мутации. Тело. О, блин, ну ладно, пускай у меня будет это тело. Хотя я могу сделать вот так вот. Дерево мутации, верните мне вот этот шарик, пожалуйста. Вот и чудесно. Сейчас у меня черепаший панцирь уйдет. Ага. О, метеориты падают, метеориты.
Скорее туда, там что-то ценное, интересное должно упасть. Офигеть. Офигеть. Так, значит, подбираем. И давай бить об камень. Что там? Минералы. Ясно. Сколько метеоритов-то упало, вообще офигеть. Тут у нас что? Еда. Здесь. Они исчезли, прикинь. Прикинь, они исчезают. Черт, надо забирать, забирай, забирай, забирай. Они под землю куда-то падают. Так, а это что такое? Что? Какая-то невероятная фигня. А, вот эти, короче, это метеоритные куски, они дают нам зрение. Ну давай, короче, сидим, посмотрим, что, какое зрение нам дадут. Я вначале подумал, что это секретка, но нет. Во, какие зоркие глаза. А, ну да. Глаза секретки. У зомби отобрали кристальную кожу. Эх, она была такая прикольная. Ну, вроде бы тут все. Можно чесать дальше. А где у нас Стелла? В какую сторону нам бежать лучше? О, вон туда. А как нам тут? А, ну вот тут можно пройти вроде как. Давай, побежали. Стартуем. Мы с тобой... О, там змей сейчас спустится. Гляди, портал открылся. Он по-любому нам поведает тайну, как бороться с теми чуваками, которые их жрут. Прибыли. Отлично. Это было очень близко. Вот он, цилиндр прямо нас преследовал. Чуть нам попку не отдавил. О, вот эта штука нам нужна. Очень нужна. Здесь есть еще такие штуки? Так, давай мы ее разобьем. О, вон он ходит, смотри. Смотри-ка. Так, вот эту штуку сейчас разобьем. Эта нам штука нужна для того, чтобы защитить мутацию. Какую-то мутацию. О, кристалл. Нам еще вот такие глаза нужно достать. И тогда все будет норм. Нифига себе. Как ты ходишь? А чё ты такой стрёмный? Наконец-то! Одно из существ беззаботно бродило по оскверненным равнинам останков мира. Теперь Требумам нужно было лишь украсть его сердце. Вернее, сердце бедного Китуала, которого оно съело. Но у этого существа, пусть медленного и не обращавшего внимания на Требумов, был ряд ужасных зубов, защищавших их цель. Сможет ли достаточно шустрый Требум выхватить сокровище из его пасти? Вот сейчас мы это и узнаем. Смотри, мы туда можем залететь при помощи вот этих вот штук. Вот этих вот. Надо вначале проверить его маршрут, как он вообще ходит. По кругу или как, или что. Сейчас подлетим. А, вон там сверху что это такое? А, это кузнечики. Можно, в принципе, и ногами кузнечика в него запрыгнуть. Мы, короче... А, гляди-ка. Там не полностью у него ротовая полость из зубов состоит. Там еще какие-то ошметки от китуала бывшего. То есть можно на них встать. Ты че такой резкий-то? Сейчас мы туда, значит... Да, блин. Он взорвался? Нет, он не взорвался. Сейчас мы попробуем туда залететь. О, цилиндр там, а ты там что делаешь? А, точнее, математик. Он кого там забыл? Математичка. Вот, сейчас здесь получится. Здесь получится. Сверху вначале надо на него запрыгнуть. Вот, есть. А теперь бежим сюда. Надеюсь, у меня выйдет то, что я хочу. Вначале... А, так спереди и надо, походу, было залетать. Тут, смотрю, у него на губе выступ есть. Тоже нужно. Фух, ну шо, может покататься, халявное такси. Математик-то где? Он перелез, все? А, он с лук вытащил. Ну ясно, все, ладно. Так, хорошо, что у меня летун. Летун, это хорошо. Так, теперь вот сюда. И сердце мы достаем. Иди сюда, достали сердце китуала. И теперь отсюда выбираемся. Опаньки, вот все, все очень просто. Вообще изи. Сердце китуала у нас будет есть Требум, который потерял способность, а именно Василий. Блин, он же у нас и вонял, и квадратным был, и глаза у него суперские были. Ну ладно. Теперь Василий у нас будет пожиратель сердец китуала. И чё, я сожрал его и... О! Мастер песни. Позволяет Требуму петь песни небесным китуалам. После мутации Требум начал чувствовать зов, будто его куда-то влекло. Он стал мастером песни, и теперь его голос должны были услышать.
Скорей, бежим туда, на эту платформу. И сейчас спустится к нам китуал. Воспоминание о древнем ритуале проснулось в трибумах. Песня на вершине башни трибумов, призванная выковать связь между трибумами и китуалами. Ради этого они были построены, и, к счастью, одна оказалась рядом. Не вовремя я, конечно, упал в эту пещеру ядовитую, но зато тут есть минеральчики. Я у башни. Как только в нее залез... А, тут лифт есть. Отошел. Не на лифт. Я и запрыгнул. Сейчас я поднимусь и как песню спою. Я здесь. О, на вершине башни, здесь, в этом месте, из правильной мутации для трибумов пришло время песни. Какая огромная башка. И сейчас, видимо, на эту бошку и спустится китуал. Ну давай попоем. Кто зовет нас в эти темные времена? Кто узнал слова древней песни? Неужели наши старые друзья вспомнили о нас? Услышьте наш голос, трибумы. У нас мало времени, а здесь решается судьба Вселенной. В давние времена ваш народ пел песни, пел небесам. Ваша песня неслась сквозь космос, и мы слышали ее. Здесь, в вашем мире, мы начали новую жизнь, оставив печаль нашего прошлого позади. Мы начали строительство лучшего мира, мира дружбы и гармонии. Но красота вашей песни пронзила времена и пространство и достигла самых темных и холодных уголков Вселенной. Так Цилиндр нашел нас. И когда он добрался сюда, то отнял у нас все. Светлое будущее, о котором мы мечтали, теперь невозможно. Но мы не держим на вас зла, старые друзья. Тишина безопасна, но чего стоит жизнь без песни? Вы обратились к звездам, потому что ваши сердца были полны надежды, и эту надежду нужно сохранить. Мы знаем, что вы пытаетесь совершить, и мы поможем вам, но нам также понадобится ваша помощь. Посмотрите, как я наношу удар этой твари, а затем найдите меня там, где остались лишь осколки мерзости, сокрушенной мной. Ну-ка, как ты наносишь удар? Я думал, он цилиндру удар нанесет. И улетел обратно. А, круто. Нам теперь туда нужно. Ну что, пойдем туда теперь. Там осколки мерзости, наверное. Которую нам и нужно найти. Я бегу, я качу колобков. Ну и что там, где там этот осколок? Ух ты. Надо что-то взять там, да? Что это? О, какая интересная штука. Хватай ее. А, ее еще разбить надо. Услышьте меня, трибумы. Вы несете в телах всю историю своего народа, плетенную в само ваше существо. Это великий дар. Благодаря ему вам удалось вернуть многое из того, что отнял цилиндр. Но мы не обладаем этим даром. Мы многое потеряли. Если мы погибнем, то не оставим воспоминаний. А если выживем, мы останемся лишь тенью великих предков. Но когда мечты цилиндра разлились по этому миру, с ними пришел луч надежды. Фрагменты нашего прошлого попали в эту землю, и вы можете вернуть их, используя свой дар. Цилиндр своей вечной гордыни не желает терять захваченное.
Поэтому он создал эти странные чужеродные головы, чтобы охранять фрагменты. Вскоре его демо закончится, и он поглотит их. Пусть этот фрагмент станет частью вас. Пусть наша память станет вашей. А затем найдите еще два фрагмента. Это все, о чем мы просим. Достаточно, чтобы память о нас жила. А может быть, и чтобы возродить нас. Сделайте это, и мы отнесем вас во дворец. А теперь идите, найдите еще две башни. И призовите нас на помощь. Тогда это, наконец, закончится. Сколько болтовни! Голос призвал их подойти и вернуть воспоминания Китуала. Куда подойти? Опять к башне? Может быть, разбить этот голос? Мы же можем. Давай разобьем. О, разбили. А теперь съедаем. Я думаю, они не рассердятся, если я это съем, да? Ноги Китуала. Закодированный фрагмент истории Китуалов. Ого, и что они делают? Для чего эти ноги? Странно как-то. Теперь у меня ноги Китуала. И, наверное, на этом мы закончим. Слишком много информейшн нам досталось в этой серии. Поэтому, если ты хочешь увидеть продолжение, то не забывай ставить лайк. Такой большой и жирнючий под этим видео. А на этом все. Увидимся в следующих роликах. До встречи.